Перебои с доставкой заводчан к месту работы и обратно из отдаленных районов города, таких как Народная стройка, Малый мыс, а также Нижней Салды и Нижнего Тагила и обратно, начались в прошлом году. Тогда выручили частные перевозчики, но из-за небольшого пассажиропотока рейсы были отменены. Специальная комиссия, куда вошли представители правкома в СМПО, отделов по социальным вопросам и логистике, дочернего предприятия в СМПО «Автотранс», решили доставлять заводчан до работы и обратно силами корпоративной дочки. Мы знаем, что у 81-го цеха есть автобусы, есть водители. Было принято решение решить следующим образом. То есть эти автобусы, которые закреплены были за цехами, перераспределить по маршрутам с учетом пожелания сотрудников СМПО, с учетом тех жалоб и вопросов, которые задавали люди, проживающие в отдаленных районах. И эти автобусы просто-напросто сделать общего пользования, но только для сотрудников СМПО. Корпорации СМПО «Висма» запущены 6 автобусных маршрутов по доставке сотрудников к месту работы и обратно из отдаленных районов Верхней Салды, Нижней Салды и Нижнего Тагила. Новое расписание движения автобусов вступило в силу 16 марта. По маршруту номер 1. Это маршрут, который забирает людей из города Нижний Тагил, от гостиницы Нижний Тагил. Едет через УВЗ, село Покровское, деревню Северную. Въезжая в город Верхняя Салда, он делает остановку на улице Металлургов. Это по просьбе наших трудящихся. Делает остановку у магазина 8. И также дополнительно появилась остановка у городской бани. Второй маршрут, тоже острый маршрут, это маршрут по доставке людей из города Нижняя Салда, от площади Свободы. То есть здесь этот маршрут у нас ориентирован на график работы 3.1 и 2.2. То есть в 6.50 из Нижней Салды от площади Свободы, в 14.40, то есть он отправляется, людей увозит на смену с 4, в 19.00 отвозит людей, кто работает с 20.00, и в 22.40 отправляется от площади Свободы, людей везет в ночь. Ну, естественно, двигается по маршруту до Верхней Салды, поворачивает у 29-го цеха, делает остановки у 50-го, у 54-го. И, как я уже сказал, то есть конечные остановки у нас у 21-го цеха, площадка Б. Следующий маршрут у нас маршрут номер 3А. То есть этот маршрут у нас раньше был закреплен по доставке людей из Тируса, то есть наших украинцев, которые проживали у нас на базах отдыха «Тирус» и «Лесная сказка». Сейчас украинцы оттуда уехали, и этот автобус обслуживает только Малый мыс. То есть он идет с Малого мыса от конечной в 07.05, в 15.05 и в 23.05. Делает дополнительную остановку он на улице Ленина, двигается через центральную проходную, восточную, и уходит также на 54 и 21 цех. Ну, далее у нас маршрут 3Б. Этот маршрут у нас обеспечивает доставку сотрудников базы отдыха «Тирус». Маршрут номер 4 – это маршрут по доставке наших сотрудников из Народной стройки до площадки Б через цех 54. Маршрут номер 5 – это маршрут по доставке сотрудников из центральной части города. Начинает он движение от магазина номер 1 до площадки Б через 54 цех. И дополнительно у нас введен маршрут номер 6, как раз таки разгрузить доставку людей из центральной части города. И он идет у нас только до проходной цеха 54. Работа по корректировке маршрутов и расписания движения автобусов продолжается. Пожелания и замечания можно отправлять в профсоюзный комитет в СМПО.